Всем привет! Хочу снять видеоотчет по закупке товаров в магазине Мыло Опт. Я уже немножечко распаковалась, и сейчас я быстренько хочу показать свою последнюю закупочку. Я заказывала такие наклеечки, они очень классные. Я уже почти все израсходовала. Нам тут дошли руки записать видео, и вот они. Мне очень понравились, что эти наклейки. И вот эти тоже, они такие, они больше, чем обычные, как я раньше брала. И у меня они тоже уже почти все закончились. Надо будет еще заказать. Также свои любимые сделаны с душой. Вот. Также я заказывала масло какао нерафинированное. У него очень приятный аромат. Но единственное, что меня не очень порадовало, что масло какао здесь немножечко больше, поэтому пакетик не закрывается. Ну, ничего страшного, это все было упаковано еще в один пакетик, поэтому мне дошло в целостности и сохранности. Также мне пришло масло ши. Очень удобный контейнер. Я вот это вот, мне очень понравилось, что масло вообще идеально ко мне доехало. Оно упаковано, все вообще классно, конечно. Так, заказала себе такой мини-миксер. Долго о нем думала, долго хотела его заказать. Мне нравится им делать мыло, кексики всякие там. И Антушку заказала вот такая штучка. Очень интересное, плохое поведение. Аромат у нее, честно, очень вкусный, очень сладкий, приятный, неприторный. Так что мне очень нравится эта посылочка. Спасибо большое за просмотр.